Губернатор Валерий Радай встретился с фермерами из Энгельса. Сельхозпредприятие специализируется на молочном скотоводстве. Оно выиграло грант на развитие семейных ферм. За счет этих средств построены помещения на более чем полсотни голов крупного скота и молочный блок. Помимо этого, бизнесмены закупили технологическое оборудование для содержания и доения коров. Трудятся на ферме 10 специалистов, и в ближайшее время их число может вырасти. Предприятие постоянно расширяется, сообщил глава региона. В Кировском районе Саратова задержан подозреваемый в воровстве. Об этом заявили в городской полиции. По словам правоохранителей, о краже сообщил сотрудник одного из торговых центров. Из магазина электроники неизвестный похитил электробритву. Сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей. Спустя некоторое время оперативники задержали молодого человека. 28-летний горожанин признался в краже. Злоумышленник не работает и поэтому решился на крайнюю меру. Электроприбор он сдал в комиссионку, а деньги потратил. Футболисты саратовского «Сокола» начали подготовку к весенней стадии чемпионата России. Спортсмены вышли из отпуска и приступили к одноразовым тренировкам. Занятия проходят в манеже и тренажерном зале стадиона «Локомотив». Там для игроков созданы все условия, рассказали тренеры команды. Далее запланировано 3 сбора в широкой балке под Новороссийском и 2 в Адлере. За это время саратовские футболисты проведут 9 товарищеских игр.